сочетание цвет, тон, форма и какие-то элементы. Флора и фауна в стиле модернизма и чистая абстракция стали главной темой выставки картин в музейном комплексе «Артишок». Виновник культурного события – художник станковой живописи Сергей Скачков, который подготовил для ценителей искусства несколько десятков своих работ. На полотнах живописец изобразил природу, пейзажи, глубины морей и океанов, выполненных в авторской стилистике. Абстракция – ключ к разгадке названия выставки, которое автор выбрал не случайно. Каждый посетитель, который находится на выставке, он сам для себя находит эти отгадки, разгадки, да? Потому что здесь много работ, которые связаны с разнообразными мыслями, которые и чувствами, свойствами, которые я сюда вкладывал. Это работы, выполненные за последние там 4 года, они формировались специально для этой выставки. Познакомиться с творчеством художника можно в музейном комплексе «Артишок» до середины декабря. Выставка приурочена к 60-летнему юбилею художника и включает не только работы Сергея Скачкова, но и его мысли об искусстве в целом, которые размещены на пояснительных записках рядом с картинами.